Меня зовут Алина Центракевич, и сегодня я представляю свою картину, выполненную в авторской технике ароматных картин. Также она выполнена в технике абстракция. Называется «Волны перемен». Я использовала эфирное масло Чоя Нах, это масло из моллюсков, и эфирное масло бергамота, чтобы создать аромат, приближенный к запаху тропического пляжа. Такие картины очень хороши на подарок, потому что, во-первых, ароматы, они могут влиять на настроение, могут мотивировать, могут успокаивать, ну и, во-вторых, ароматы, благодаря удивительной способности нашего мозга, они не забываются. Если ты даришь человеку открытку с ароматом кофе, то каждое утро, когда он будет пить кофе, он будет потенциально вспоминать о тебе и о твоем подарке, потому что ароматы всегда пробуждают в нас воспоминания.